Добрый день, друзья. Сегодня я хочу вам показать, как я делаю решетку фальшдна для своего донного фильтра в полюдариум. Это фальшдно можно использовать и в других аквариумах. Дело в том, что в наших магазинах донные фильтры весьма непопулярны. Те донные фильтры, которые есть на Алиэкспрессе, маленькие по габаритам и не соответствуют моим требованиям. Поэтому я решил самостоятельно сделать решетку для донного фильтра. Для этого я взял вот такой вот материал. Это обычный коврик. Вот такой вот коврик, который ложат в прихожей для того, чтобы вытирать ноги. Я отрезал от него кусочек, который мне необходим. Вот такой вот кусочек. В миллионном городе я облазал все супермаркеты, все рынки и перерыл весь интернет и не нашел ничего более подходящего, чем вот эта вот решетка для ног. Такой коврик для ног стоит 100 рублей. И я решил приспособить его в качестве донного фильтра. Вот мы видим здесь шипы такие, они вот эта вот толщина здесь около сантиметра, и когда я переверну этот коврик вот в такое положение, вода сможет свободно циркулировать между стеклом дна и этим ковриком, на котором будет грунт. Для того, чтобы мелкий песок не проваливался сквозь этот коврик, ячейки в коврике довольно крупные, миллиметров 8 на 8 где-то, я взял еще сеточку. Можно взять обычный флис в магазине тканей. Это мелкая хорошая сетка, но она несколько слабоватая. Я взял точно такую же сетку с такой же ячеей, которая используется для защиты от комаров, от мошки, и продается в хозяйственном магазине. Эта сетка более жесткая, более толстая, чем обычный флис, и ячея в ней примерно такая же, миллиметр на миллиметр. Это синтетика, она никак не повлияет на параметры аквариума, и вот этой вот синтетикой я накрою коврик. Итак, я отрезал кусочек коврика по размеру своего дна, накрыл его вот такой вот москитной сеткой, и сейчас мы ее закрепим с вами. Для этого я взял обычные нейлоновые строительные хомуты. Вот такие вот хомутики. Они всем знакомы. Их используют аквариумисты для крепления какого-то декора в аквариуме. А здесь я сейчас использую для крепления сетки на фальшдно. Делаю я это вот так вот. Очень просто. Продеваю сквозь сеточку снизу, пропускаю скобу и затем, так, не очень удачно пропустил, сейчас сделаем еще раз. Вот таким вот образом. Стараюсь это делать поближе к перегородке, чтобы не собирать в кучу весь материал. Опускаю ее обратно. Ну, в общем, процесс понятный. Кто захочет это делать, это делается очень легко. Переворачиваем и затягиваем хомутик. Так, поправляем немножко, чтобы под хомутик не попали детали решетки. Берем кусачки, обкусываем. Вот таким вот образом, если мы закрепляем скобочками. Скобки эти черные, незаметные. И если делать все аккуратно, то они не будут стягивать сетку в кучу. Итак, я продолжу заниматься этой
этим фаджном. И потом в итоге покажу, что у меня вышло. Так, скобки стараюсь сделать друг напротив друга. Чтобы натяжение сетки было равномерным. Слишком часто делать эти скобки нет смысла. Но может быть еще вот на таком расстоянии между этими скобками еще может быть одну скобку затяну. Тут важно следить, чтобы направления зацепов были правильными, потому что перевернуть скобку в таком положении уже не удастся. Вот скобка у меня цепляется, значит я ее развернул правильно. Все, подтягиваем скобочку. Ничего нигде не топорщится. Затягивать до упора не обязательно. Главное, чтобы она держала нам сетку в этой плоскости. Сверху ляжет еще грунт, какой-то камешек, песок и придавит эту сетку. Главное, чтобы она не соскальзывала с коврика. Ну вот, друзья, прошло 15 минут, и коврик для обуви превратился в фольжной для донного фильтра. Я закрепил сейчас сеточку на этом коврике. На что я хотел бы обратить ваше внимание. Этот коврик я обрезал чуть покороче, чем дно полидариума, да. И сеточку сделал немножко подлиннее, чтобы она прикрывала торцы вот этого нашего донного фильтра. Когда она лежит в полидариум или в аквариум, то торцы прикроются, и здесь между стеклом и фольжном закроется расстояние песком. Цена вопроса. Сам коврик мне обошелся рублей в 100. Сеточка москитная 80 рублей метра, если я не ошибаюсь. Плюс вот такие вот нейлоновые хомуты. Эта пачка стоит около 50 рублей. Итого получается 230 рублей. Но у меня остались еще и хомуты, осталась еще москитная сетка. И следующее фольжное, если я его соберу сделать, мне обойдется уже по цене коврика 100 рублей. Ну а как работает донный фильтр, как он устроен, я вам покажу в следующих сериях. А на сегодня все. Всем пока, всем удачи!